Главный тренер сборной СГУ Дмитриев Михаил Александрович. Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, о матче. В целом, что не получилось у команды в первом тайме? Возможно быть, что-то улучшилось во втором тайме и в целом об игре? В первом тайме команда старалась играть. В первой половине тайма, к сожалению, контролировал мяч соперник. Потом во второй половине тайма мы взяли игру под контроль. Игра флангами у нас хорошо шла. К сожалению, не хватало решающего удара. В штангу мяч там попал у нас на двух моментах. В принципе, ничто не предвещало сегодня крупного поражения. 0-3, к сожалению, проиграли, очень крупно проиграли. Второй тайм, наоборот, владели полностью инициативой. За счет быстрых ответных атак пропускали голы, соперник реализовал возможности, хотя у них даже еще были возможности, еще могли даже. Ну, как бы счет не по игре, я считаю. Но хочу поздравить команду соперника с хорошей игрой, с хорошей реализацией. Они сегодня были сильнее. Вот сегодня еще проходил матч Куб Гузда ГТУ. Вот вы посмотрели, как вы относитесь к завтрашнему сопернику? Вот его, наверное, сильные стороны после просмотра матча. Сразу хочу сказать, что команда Краснодар всегда одна из самых сильных команд. С ними, я думаю, даже не стоит, кто бы у них ни играл, какой бы состав ни был. Сейчас много ребят новых у них, я смотрю. Но в любом случае, это сильные команды, которые мы будем готовиться к игре. Это наша игра с ними всегда считалась одна из самых, наверное, таких принципиальных в турнире. Так что будем завтра играть в футбол, будем стараться обыгрывать команду соперника. Завтра только на победу, да? Получается, нам ничего не остается больше, да? Спасибо. Спасибо, Михаил.